Друзья, мы прибыли в Национальный университет кораблестроения для того, чтобы выяснить, как все-таки здесь отпраздновали День студента. Как ты считаешь, чем отличаются николаевские студенты от студентов из других городов? Ну, это, наверное, зависит от вузов. Я считаю, что николаевские студенты ничем не отличаются. Уровень образования практически одинаковый. Все зависит от желания и стремления студентов. Чего ждут студенты на День студента? Стипендии, действительно, чтобы зашел отгулять. Девушки, недавно был День студента, отмечали? Да. Как отмечали? В общежитии, в кафе собрались. Ну, я глава студсовета в общежитии. Да, мы собрались, заказали пиццу там, ну, посидели культурно, отдохнули. Кто поехал в шторм дальше гулять, кто остался в общежитии. Вы знаете, во всех праздниках есть свои традиции. Например, вот на День Святого Николая это подарки под подушку, Новый год это мандарины. Какие традиции на День студента? Собраться с кругом друзей и оторваться по полной программе. Замечательная традиция. Мне кажется, такую традицию стоит вести на любой праздник. Я тоже так думаю. Скажите, какие основные черты николаевского студента? Бездельники, которые любят гулять. Как ты считаешь, какие основные черты николаевского студента? А вот этого я не знаю. Вот прям честно. А он студент вообще? Расскажите, как праздновали? Да, не праздновали. Ну, смотрите, у нас пары, лекции, как бы нужно готовиться, скоро сессия. Вот вы о чем говорите? Как можно было праздновать? Недавно был День студента. Вот, как известно, у любого праздника есть свои традиции. Как вы считаете, какие традиции у Дня студента? Какие традиции? Ну, хорошо отметить. Вот. Хорошо выглядеть. Ну и все. Ну вот, например, на День Николая все ждут под подушку какой-нибудь подарок. Что вы ждете на День студента? Вкусных конфет, сладостей и зефира. А чего студент на День студента ждет от преподавателя? Пятерочки. Бесплатной, обычной, вообще такой классной, халявной просто. А какие основные черты николаевского студента? Добрый, умный, талантливый, необычный и яркий. А скажи, как ты считаешь, какая традиция должна быть на День студента? Ну, на День студента, я думаю, нужно собираться группой, потому что отмечать его группками маленькими по 2-3 человека, это не столь интересно. Хочется видеть всех своих знакомых и проводить вместе время. То есть это должен быть массовый праздник? Массовый. Почти как Новый год? Почти как Новый год, да. Было бы неплохо, если бы День студента праздновали бы после сессии. Это было бы неплохо. Вот, то есть можно вот такую традицию вести, праздновать исключительно только после сессии. Чего вы ждете на День студента от преподавателей? Зачет. Хорошего настроения хотя бы. Чтобы они нас узнавали. А поздравлений ждете? Да. Вот хотели бы на День студента, чтобы преподаватель дарил подарки всей группе? Да, зачеты. Исключительно зачеты. И чего пожелаете вашим коллегам, студентам и из других вузов? Здоровья, счастья, вот. Ну и, конечно же, успехов в учебе, чтобы все было хорошо.